Молодой человек достаточно. Юный. Ну, не юный, ну... Юный для автомобиля сегмента бизнес. Как такое могло случиться в столь молодые года и уже серьезный автомобиль? Старался, работал. И учитывая, что автомобиль пригнан через такую контору, как Тояма, вышел он довольно-таки недорого. И вполне очень нравится. И не жалею, что вложил свои деньги в такой автомобиль. Прекрасная машина. Я знаю, что раньше ездил на левом руле. И вот теперь для... скажем так, сторонников левого руля, кто просто отрицает правый руль. Какие впечатления и как? Ну, буквально сел, полчаса, может быть, в городе адаптировался, и абсолютно никаких проблем. Машина идеальная, собрана для японского рынка. С нашими не сравнить, да и с европейцами, наверное, тоже. Просто идеально, мне нравится. Скажем честно, на меня этот автомобиль произвел неизгладимое впечатление еще и в то время, когда вы его еще не видели. Вы только о нем мечтали, знали, что он идет в пути. Мы тоже удивились, открыли, не секрет, аукционная оценка и реально, насколько он потянул. Аукционная оценка данного автомобиля 4B, но увидев его внешний вид, я удивился, что такая оценка, наверное, больше на 4,5А. Стоимость выше от 345 тысяч рублей. Существует дежавю. Что когда-то где-то это уже видел. Такое бывает. В медицине термин не классифицируется, а мы классификацию Тайам-Авто проведем. Так вот это дежавю я уже видел. И видел достаточно давно, ну если так можно сказать, 3 месяца назад. И даже ездил на этом автомобиле. Да, это было во Владивостоке, когда мы забирали те машины от Тайам-Авто прямо с парома. И довелось мне поучаствовать в процессе доставки автомобиля вам, дорогие магнитогорцы. И когда я сел в этот автомобиль, я понял, что вот Nissan Primera японцы делают для себя. Потому что вот эта центральная консоль, она как раз лучше всего смотрится как раз в правом руле. И не вызывает она таких вопросов о чрезвычайной космичности. То есть панель от космоса. И еще хотелось бы сказать, что автомобиль-то в последнем кузове. И, соответственно, очень свежий. И, соответственно, здесь есть все, включая навигацию, включая климат-контроль. И все это отображается на вашем бортовом дисплее. Мне господин Черков Андрей, с которым мы сдружились за время поездки, сказал, что я удивлюсь. Я действительно удивился, что машина такого класса, класса бизнес по такой цене, и это абсолютно достаточно дешево было. Еще больше я удивился уже в Японии, когда увидел те самые прадики, которые мы вам недавно показывали. То есть, ну, Тояма автоконтора такая, из разряда очень даже серьезных и при этом недорогих. Ну, а вот нас запрещают заниматься сейчас телевизионной рекламой, а мы и не будем заниматься, поэтому буквально там 3 секунды, где располагается Ленина 18, да, вот ровно 3 секунды, Ленина 18, больше никакой информации. А теперь сами уже соображайте, стоит ли машину купить в такой ценовой категории, новую, а зачем? То есть те 25, ну даже 30 тысяч километров, которые вы набежите за год, это уже другой подход к делу. То есть два аэрбэга, море места, и багажник, и хорошо, и расцветка хорошая, и внутреннее состояние, но и руль справа. Да и что, что справа? Вообще, я честно вам скажу, что по мере продвижения нашего с Владивостока до Магнитогорска количество автомобилей увеличилось, с левым рулем, разумеется. Но добрая половина нашей территории, а это почти по Омск, будет ездить в преимуществе своем на правом руле. А теперь из чисто философских соображений давайте подумаем и посмотрим в окно наших любимых автомобилей и сделаем для себя вывод, что пока этот рынок города Магнитогорска еще развивается, нам еще далеко до той степени насыщенности, потому как 70% жителей все-таки ездят на тазиках, вазиках, ну и на всяком остальном, скажем, не до автомобилей, не до автопроме. И среди автомобилей недорогих, но максимально комфортных и безопасных, японские, чисто японские автомобили занимают свою нишу. И бесполезно, вы зря не думаете, никто не заставит вас пересесть, никто никогда не запретит правую руль, это просто нонсенс. А для города, для передвижения на небольшие расстояния,
лучше и комфортнее автомобили. По отношению цена-качество японцам альтернативы-то, собственно говоря, и нету. Куда за ними приезжать? У вас выбор тоже есть. И выбрав, допустим, Toyama Auto, вы выбираете недорогой автомобиль с минимальной накруткой и именно по прямому аукционному доступу. Can you feel the force?